Всем привет, друзья! Город. Город Дрезна, Абиссинская скважина. Пробурились на песочек. Сколько метров? 8 метров. Вот предпоследние штанги. Песочек обводненный, с черными вкраплениями кварца. Сейчас попробуем, будем, значит, обсаживаться. Вот обсадная колонна, уже собрана, готовая. Значит, это у нас труба, пищевая оцинковка, муфты тоже оцинкованные. Фильтр галлонного плетения, нержавейка с подмоткой дополнительной сетки. Сетка подматывается для того, чтобы было больше пропускная способность у фильтра. Значит, сейчас последние штрихи и будем опускать на фильтр. Точно опускаем водоносный песок моего. Так, обсаживаемся. Ох, высока. Так, сейчас, наверное, придется нашим любым инструментом пользоваться. Бабушкой. Не, Серег, бабушкой не будем. Есть такой инструмент, бабушка, он лежит. Бабка называется. Вот. Ну нет, сейчас вот. Сейчас, наверное, все получится. Сейчас все получится, ребятки. Ну, бабушку я сразу покажу. Вот она, красавица, бабушка. Вот она, желтая, видите? Ага. Блин, там такой. И вот и бум-бум-бум-бум. Если труба идет плоховато уже, в самом конце. Но здесь все хорошо. Здесь все четко отработано, ребят. Тут сбой вообще не бывает, срывов, да, Серега? Вот. В нашей бригаде сбоев и срывов в этом проблем никогда не было. Редкий случай, пользуемся бабушкой. Редчайший. Сейчас, значит, устанавливается насос специальный для прокачки и накручивается американка легкосъемная. И, значит, будем пробовать прокачивать скважинку. Вот. Все получилось. Все очень хорошо. Вот так вот. Так, добавляется водичку в скважину, ну так, чтобы для небольшой промывочки. Это самая большая наша. Сейчас ставим аппарат, заказчик включил музыку. Значит, у нас такой шансончик легкий. Очень приятно работать. Погода сегодня отличная. Вот. Можно даже загар словить. Но загорать даже не удается. Так быстро бурится скважина, что даже загар не ложится. Сразу собираемся и обратно едем на другой заказ. Просто чудо какое-то. Так. Вот тут дополнение изменений вижу, внесена в конструкцию. Вон туда смотрю. Так, пошла водичка. Она сейчас будет белеть, светлеть. Прям на глазах, ребятки. Смотрите, как красиво. Это самое-самое для нас. Это, смотрите. Смотрите, как она светлеет, ребятки. Смотрите, прошло буквально 15 секунд. Смотрите, вода черная превратилась в кристальную. Гляньте. Сейчас еще немножко подождем, минуток 5. Сейчас я выключу съемку. И потом уже поснимаем. Вот так вот. Ребятки, такая красота получается.
Вот он песочек, насосик, вот все дела. Вот буровая установочка. Она может у нас разборная, и мы можем в любом помещении, подвале, на кухне, в любых стесненных условиях, в санузле, пусть он будет даже шириной 1 метр, вот, все равно это аппарат, агрегат встанет туда, поместится, и сможем реально пробуриться через пол, через бетонный пол, деревянный. В общем, выбор огромен, ребятки. Заключительный этап, смотрим водичку. Сейчас, минутку. Смотрим водичку. О, все. Водичка у нас прозрачная, как стеклышко. Все, ребята. Готова скважина. Вот. Ну, на этом все, ребята. Заходите на сайт тепловода-ОЗ Орехово Зуево. Делайте заказы. Запись ведется на 3 недели вперед, на 2. Очень много заказов. Если что, на сайте там много подчеркнете информации о снабжении, канализации, вот, отоплении и всего. Всем пока.